Сегодня мы будем учиться играть за ЦМ-ку. Срочно, темпляр. Просто зачем так же темплар, Всем привет, с вами 105-й. Воу, похоже, что количество школогайдеров достигло такого уровня, что им просто не хватает никнеймов, и им начали присваивать порядковые номера, причем, скорее всего, прямо при рождении. Ну или точнее, при вылуплении из яиц в специальных инкубаторах, а именно так они, на мой взгляд, и появляются на свет. И сегодня мы будем играть в Dota в Caption Mod, конечно же. И Spanish Cat у нас потому что у меня низкий приоритет, потому что я люблю. Господи, это Captain's Mod на low priority. Да это то же самое, что поединок в шахматы между двумя людьми, страдающими синдромом Дауна. С той лишь разницей, что это все-таки low priority Dota, а не шахматы, поэтому и Дауна здесь не 2, а 10. И то, что это low priority, уже можно понять по первым банам, ведь действительно, именно Timber Soul, Bloodseeker и Bristol Back это самые опасные герои на ЦМе. Вторым пиком нужно обязательно взять Пуджа. Да, давай, пик и Пуджа, ведь однажды Дэнди на нем затащил катку на International, и значит и ты, тупой лоускильный школьник, без труда справишься с этой задачей. Главное, чтобы у тебя был сет на Пуджа от Дэнди. И последним он банит Shadow Fiend. Да, безусловно, Shadow Fiend это именно тот персонаж, которого они так хотели взять. Имея 4 персонажей, любой из которых мог пойти на мид и заставить сосать Пуджа его собственные яйца, они бы пикнули 5-го мидера и все впятером бы отправились на мид. Я считаю, что давать полномочия капитана чуваку, который просто первый нажмет на красную кнопку, это не совсем правильно. Возможно, для того, чтобы определять капитана, в доте на ЦМе стоит вести небольшой тест на IQ, дабы капитаном становился человек с уровнем интеллекта выше, чем у грецкого ореха. Подожди, я забыл, харда это верно, да? Сразу видно, играют профессионалы. Ну а теперь специально для тех из моих подписчиков, кто в доте новичок, школьник покажет, как правильно делать отводы. Шаг первый. Подойдите к малому споту пива. Шаг второй. Дождитесь, пока крипы пройдут мимо вас. Шаг третий. Согрите крипов, ударив их автоатакой. Шаг четвертый. Бегите за вашими крипами через кусты. Поздравляем, вы выполнили отвод. Вы восхитительны. Но чего уж этого гайда не отнять, так это эпичных файтов. Драматизм в каждом из них буквально зашкаливает. Сраный International с его китайской дотой просто нервно посасывает в сторонке. Свен пушу. Блин, я не могу, на меня ультанули. Я ульт. Все, я минус. Круто. Слушай, Хейл, ну как? Вообще я расшатываю старт. Как так? Вы как знаете, у меня уже практически есть Battle Fury. Ути, какой молодец! Battle Fury, алхимику на 37-й минуте! Что ж, я думаю, что к концу второго часа игры мы можем ждать от него БКБ. И, конечно же, очередной ульт от маэстро. Так, я могу сейчас прийти. О, на меня ракетка летит. Я, в принципе, более-менее что-то смогу. Вот смотри, она тебе сейчас все хп сошрёт. Ты что? Я сейчас солью. Ну, я же его почти забрал. Ну что ж, теперь вы знаете, как правильно нужно оправдываться за слитую ульту, кулдаун которой 150 секунд. Он же его почти забрал, так что оно определенно того стоило. Ты чё, слоу хп здесь делаешь? Дай мне транквил. Может, все-таки Меку, а не транквилы? А, хотя стоп, это же тупой школьник, так что он действительно просил, чтобы его товарищ дал ему транквилы. Более того, ЦМ-ка даже при желании не сможет дать Меку, потому что она занята куда более важными делами, стаканием брейсеров. Ну, будем надеяться, что фантомке хватит заглушенных транквил, чтобы восстановить свое здоровье. Твою мать, ультую. Надеюсь, нет, не могу. Я просрал ульт, круто, пацаны. Ну, то, что ты в очередной раз проебешься с ультой, у меня никаких сомнений не было, но меня удивляет другое. Даже если бы этот ульт прошел, кого ты собирался накрыть этим ультом в пустом логове Рошана, Даун? Там не было никого, кроме тебя и фантомки. 30 секунд, я буду с ультом, если что. Больше похоже на угрозы, если честно. Но противники сжалились над ним и разнесли его трон до того, как он успел в очередной раз облажаться со своим ультом. Как ни странно, даже несмотря на то, что они пикнули Пуджа, они все равно почему-то не смогли выиграть. Почему? Да потому что они, блядь, дауны конченые. Здесь идет 25-й.